Здравствуйте. Русское хоровое общество появилось в конце XIX века и действовало до 1916 года. В 90-е годы традиции хорового пения пришли в упадок, однако сейчас ситуация в корне изменилась. О необходимости развития хорового искусства в России заговорили на самом высоком уровне. 15 мая этого года состоялся первый съезд воссозданного Всероссийского хорового общества. Среди его участников была заслуженная артистка России, художественный руководитель Поморской филармонии Лариса Спиранова. Что за необходимость назрела в организации хоров и как нести классическую музыку в массы, да и надо ли, об этих делах мы и поговорим с певицей Ларисой Спирановой. Здравствуйте, Лариса Ивановна. Здравствуйте. Вот кроме артистической, административной, преподавательской деятельности, вы взвалили на себя еще и такую общественную нагрузку и стали председателем Архангельского регионального хорового общества. Кто же у нас сейчас входит в его состав? Исполнительный директор Барский Александр Анатольевич, это директор Северного русского народного хора. Это заместитель председателя Валерий Васильевич Шестаков. Ну и дальше идут там ряд должностей, такие как ревизионная комиссия, 3 человека. У нас будет совет, который состоит, скажем так, расширенный совет и ограниченное количество членов. И всех перечислять я, конечно, сейчас не буду, но это порядка вот в расширенном совете 20-25 человек. Все профессионалы. Да, все профессионалы. Почему Александр Анатольевич Барский стал исполнительным директором? Потому что он единственный директор профессионального хорового коллектива в Архангельской области. И поэтому он по долгу своей деятельности уже бывал в Москве еще до официального вот этого первого съезда и уже вошел в состав президиума, поэтому какие-то организационные моменты он просто уже взял в свои руки и вот видите, даже газету издал. Да, интересно. Да, а это они причем издали это газету, да? Наши, губернское хоровое общество. Так какое название-то хорошее. Начало положено достаточно активное и я считаю на профессиональном уровне. Другое дело, какие цели и задачи стоят перед вновь созданным хоровым обществом. Дело в том, что действительно, вот вы правильно сказали, что в 90-е годы все пришло в упадок, и на протяжении уже более чем 20 лет, в общем-то, не было востребовано ни хоровое пение, ну, в общем-то, и отношение к культуре в целом, вы сами видите, да, такое по остаточному принципу. И, видимо, уже вот выросло поколение, где уже наметились вопросы, а что дальше? Если мы будем также вот к культуре относиться, скажем так, вот, ну, потом по остаточному принципу, да, то мы просто начинаем терять уже свои корни, свое представление, свою самобытность о том, а кто мы есть, да, вот именно как общество. И поэтому хоровое пение – это одна из ступеней к тому, чтобы наконец-то люди почувствовали вот эту общность. Ведь мы всегда пели. Посмотрите, при каждом храме есть хор, да, и это тот ручеек, из которого потом, вот, мне кажется, потекут большие реки. Даже я помню конкурсы учителей на сцене Дома просвещения. В каждой школе были, да, было такие хоры. Огромное количество. И в каждой школе уроки пения даже сначала были, это потом они уже стали уроками музыки. При каждой школе было несколько детских хоров. И, конечно, сейчас вот на этом съезде опять встал вопрос о том, как возродить вот эти истоки. И вплоть до того, что уроки музыки или пения вот предлагается за летние месяцы внести свои предложения от граждан о том, как они считают, нужно ли 2 раза в неделю, чтобы был урок музыки? Может быть, 1 урок музыки, а другой пение. И чтобы это было до 11 класса включительно. Да, а вы как считаете? Ну вот, поскольку я в свое время начинала именно как учитель музыки после окончания дирижерское хорового отделение Архангельского музыкального училища. Я работала с детскими хоровыми коллективами, потом пошла работать в общеобразовательную школу. И там меня, конечно, что привлекло?
были уроки академика Дмитрия Борисовича Кабалевского на всю страну. Угу. И это было так интересно. Ну, представляете, академик ведет уроки музыки в школе. Конечно, я вот увлеклась и тоже пошла работать в школу. И мне предлагали работать и в музыкальной школе, но вот мне хотелось идти в массы. И я помню, что это было, знаете, как, в каком смысле интересно, что мне тоже хотелось, чтобы вся школа запела. И частично мне это удавалось. То есть у меня тоже были хоры младшие, средние. Но со старшим хором там, наверное, проблематичнее, потому что все-таки уже молодежь более, скажем так, разбегается по интересам. Но, тем не менее, вокальные группы у меня были. И отработав уже вот в школе определенное количество лет, я пошла уже работать в школу с хоровым уклоном к Вячеславу Сергеевичу угу. Павлову, школу номер 20. Она тогда гремела, можно сказать, да, на всю Архангельскую область. Это хор «Глория». В общем-то, он, как говорит Вячеслав Сергеевич, сейчас существует, но все-таки уже тоже все немножечко пришло в упадок. Потому что нет того отношения, нет той поддержки, которая была раньше. То есть вы стопроцентно разделяете мечту Валерия Гергиева, председателя Всероссийского хорового общества, что школьники должны у нас петь, что обязательно, как он говорит, в школах должны быть 2 часа в неделю уроков пения. Это такая вот у нас сейчас сверхзадача. Да, потому что хочется, чтобы это поддержали на уровне всей России. Если это получится, это хорошо, но встает вопрос о специалистах. Кто будет эти уроки вести? Да. Потому что если это специалист высокого уровня, и уроки становятся интересными, то тогда да. А если нехватка специалистов, то тогда получается, вот как иногда бывает на уроках музыки, пения, дети не слушают, просто занимаются каждый... Это всегда были такие уроки отдыха, да? Да, то тогда получается, что это пустое времяпрепровождение. Поэтому тут, конечно, очень важно, в чьих руках будет... Да и репертуар кому отдать. Вот. Что касается репертуара, вы знаете, на самом деле композиторы классики, особенно, да, собственно говоря, и не только русские, и западноевропейские, они всегда уделяли большое внимание детскому репертуару. И поэтому есть замечательные песни у Чайковского, да, Петра Ильича, у Шумана, у каждого... Ну, это вы рассуждаете как классическая певица, а вот учитель пения, да, он возьмет что полегче или что нравится детям? А нет, что учитель нравится, что музыки, она же педагог этот прошел курс подготовки. Не пойдет на поводу у детей. И этот репертуар, естественно, проходит как ознакомление в учебном плане того учебного заведения, будь это музыкальный колледж, либо это музыкально-педагогическое отделение. Но все-таки мы опять говорим о том, что должен быть педагог профессионально подготовлен, это должен быть учитель музыки. И прежде всего это должен быть увлеченный человек, потому что если нет вот этого интереса, любви и к детям, и к музыке, то ничего не получится. А таких увлеченных людей найти достаточно все-таки сложно. Поэтому кадровый вопрос, он встанет очень остро. Но тем не менее, если ничего не делать, то оно так все и останется. Да, но это мы говорим о школьниках, да. Там понятно, но целые поколения уже выросли, потеряны, да. Традиции эти утрачены. Как вот в массы-то нести любовь к певческому искусству? Ну вот мы, когда создавали структуру хорового общества, мы разделяли хоровые коллективы народного плана, студенческие хоровые коллективы. Наша любимая Архангельская хоровая капелла, да, которая должна тоже обновляться, привлекать молодежь в свои ряды и тем самым сохранять свой коллектив, потому что если не будет этой преемственности, то, к сожалению, с возрастом люди будут уходить из коллектива, и если нет притока молодежи, то коллектив просто погибнет. Вот, поэтому на это тоже хочется потратить, скажем, определенные и время, и силы. И я искренне буду бороться за то, чтобы капелла наша процветала и развивалась дальше. Кроме этого, хоры епархии.
духовные. Ну, они всегда духовные, были, да. В общем, да. Да, они всегда были, но они сами по себе, а хочется, чтобы было вот это взаимопроникновение. И что помогает этому взаимопроникновению? Это организация фестивалей, конкурсов, смотров, то, что раньше как раз, вот в советские времена, когда был, можно сказать, рассвет, рассвет хорового общества, вот эти все конкурсы, фестивали, смотры, они объединяли людей. Но там, конечно, духовное это немножко в стороне в то время стояло, но сейчас это не будет в стороне стоять. И вот филармония поморская уже на протяжении многих лет проводит такие конкурсы хорового искусства среди и детей, и взрослых. И у нас на одной сцене в камерном зале выступают и светские хоры, и духовные хоры, и хоры музыкальных школ и школ искусств. И если есть где-то в общеобразовательных школах хоровые коллективы, то они тоже имеют такие же равные права. А вы знаете, я взяла газету как раз хорового общества нашего, губернского. Очень интересные слова Павла Пожигайла, так сказать, второго человека во Всероссийском. Он исполнительный директор Всероссийского общества. Да. И он-то хочет, чтобы вообще запела не только страна и школьники, а чтобы запела вся армия, система МВД, заводы. И вот его слова приведу, цитату прочитаю. «Я считаю, что хоровое пение в стране – это основа ее безопасности, ни больше, ни меньше. Если бы я сейчас разрабатывал доктрину национальной безопасности России, то одним из первых пунктов было бы возрождение хорового пения во всех средах в армии, в системе МВД, в школах и на заводах». Вот. Вы знаете, вот появление Павла Пожигайла в нашем хоровом обществе, мне кажется, это большой плюс. Почему? Потому что он ведь занимался работой в правительстве, скажем так, ну, не имеющий никакого отношения, честно говоря, к хоровому обществу. Но благодаря тому, что он интересуется сферами культуры и, в общем-то, в теме находится, он именно тот чиновник, который умеет говорить на своем языке, понятным, понятным председателю правительства, президенту. И поэтому мы очень надеемся на то, что он сможет донести до правительства вот наши задачи, да, и вот эту свою мечту, чтобы запела и МВД, и армия. Да. Может, это действительно такая-то панацея и объединяющая сила? На самом деле это действительно объединяющая сила, потому что, поскольку я тоже начинала с пения в хоре, это чувство, что ты один из. Ты не солист, да? Ты не сам по себе, а они там где-то тебе подпевают. Нет. У тебя сердце должно биться в унисон с другими сердцами. И ведь посмотрите, вот люди после работы готовы идти на вот эти репетиции, потому что они без этого, в принципе, уже жить не могут. Потому что здесь собираются люди, которые с тобой дышат одним воздухом, говорят на одном языке, любят это дело. Вот даже на примере нашей капеллы, да, посмотрите, по сколько лет, по 40... Единомышленники. Да, по 50... Большой коллектив единомышленников. Да. И это чувство единения. Вот я еще не испытала того счастья, когда сводные хоры поют, но ведь это тысячные коллективы, и вот представляете, когда такая масса поет одну и ту же песню, это действительно мощная ведь сила. Недаром и мощная просто в Европе, сила. И в США очень распространено вот это хоровое пение, да, и в других странах, ведь там народ поет. Народ поет, да. Много очень вопрос, что поет и как, народных... как поет. Да, вот этот второй. Да, они молодцы в этом смысле, но у нас есть свои традиции, понимаете, и мы не должны копировать их традиции, их репертуар и так далее. У нас русское хоровое пение наполнено духовным содержанием прежде всего. И когда мы поем наш репертуар, у нас, во-первых, даже звучание хора отличается. Таких басов, какие есть у нас в России, мне кажется, в мире больше. Но вы говорите все-таки о профессиональных хорах, а я говорю о любительских народах. А я про любительские собрались говорю. Люди, и вот поют то, что им нравится. Мы же не можем навязывать им классический вот репертуар.
Нет, так а люди с удовольствием поют именно этот репертуар, того же Чеснокова, херувимские песни, вот то, что они в храмах поют, но есть и светский репертуар на эти же темы, у Рахманинова сколько музыки, и в самодеятельных коллективах, поверьте, это поют с огромным удовольствием. Более того, я вам скажу, что я была участником, слушателем летней православной академии музыки в Санкт-Петербурге почти 5 лет назад. И там познакомилась с хорами и с руководителями хоров, которых потом стала приглашать в Архангельский. Mm-hmm. Валаамский хор, Алексей Жуков руководитель. В этом году вот мы Александра Невскую лавру привозили. И, понимаете, люди соскучились по этому репертуару. Они идут, у нас аншлаги. Мы уже некоторые концерты даже не рекламируем, потому что боимся гипераншлага, что люди будут недовольны, что они не смогли попасть. То есть народ, именно народ соскучился по данному репертуару. Их тянет к этому. Они хотят петь именно такую музыку. Не только «Ой, цветет калина», да, или там «Тонкая рябина», а хотят петь более высокодуховную, профессиональную даже где-то музыку. Я думаю, что вы согласитесь со мной, что все-таки для большинства-то вот такие термины и понятия, как классическое искусство, как мировые они шедевры. Они задумываются об этом. Да, да, они когда все-таки это поют. Ну, кто поет, да, но все-таки для многих очень нафталином это все попахивает, скукой. И, может быть, классическую музыку как-то осовременить, стилизовать под, особенно вот в среде молодежи. Вы знаете, вот эта тенденция, она, мне кажется, она ошибочна. Знаете почему? Потому что настоящую классическую музыку, она никогда нафталином не будет попахивать. Ее надо слушать в хорошем исполнении и в живом исполнении. И тогда это вот проникает на уровне вибраций в твой организм. И просто вот люди молодые, которые посещают наши концерты, например, вот в филармонии, начиная там с детских абонементов, они потом приходят и к нам, будучи уже взрослыми, на концерты. Зал Поморской филармонии, это сколько? 300 человек, да? Да. Но детей-то там не 300. Мы этих концертов для детей тиражируем, извините, по 20 почти концертов уже вышли. То есть если на каждом концерте у нас находится порядка 150 человек, да, потому что целый зал нам тяжело работать, и вот эти 150 примерно умножить на 20, то уже далеко не 300. Хорошая цифра. Хорошая цифра, конечно, да. Соглашусь, но тем не менее они из года в год ходят. В соседнем театре драмы или же еще в каких-то других больших залах, да, выброшена тяжелая артиллерия на вас наступает, это гастролеры совершенно разного уровня, разные что делать, у каждого свое направление, да, пускай и это направление тоже надо, чтобы оно существовало, потому что человек не сразу готов, допустим, пойти и слушать там хоры Бортнянского, да, вот, к этому, может быть, кому-то надо прийти, а у кого-то вот изначально внутри только надо дать успеть ему эту искорку, понимаете, я в свое время, когда поступила на дирижерское хоровое отделение, я ведь шла не потому, что я прямо так любила петь в хоре. Я шла, потому что я хотела научиться петь. И мне было 16 или даже почти 15. Мне сказали, поучись на дирижерско-хоровом, а там видно будет. Но я так увлеклась, я нисколько не жалею. И когда к нам приехала хоровая капелла имени Глинки из Санкт-Петербурга. Вы знаете, я, услышав этот хор, я поняла, что это моя будущая профессия. Потому что нет музыки, которую мог бы спеть один, допустим, человек вместо хора. Это такой пласт хоровой литературы, ничем не заменимый. Это так же, как вот симфонический оркестр или один солист-скрипач. Как это можно сравнить? Это совершенно другое направление. И себя вот объединять, вот у нас, к сожалению, в Архангельске нет ни симфонического оркестра профессионального, ни хора смешанного профессионального. Поэтому в этом отношении мы немножко, конечно, объединены. И слава Богу, что теперь хотя бы время... Иногда, на вас надежды. Да, на иногда к нам приезжают. Хоровое общество тоже надежда, да, что мы
может быть, благодаря тому, что появился такой интерес и создалось хоровое общество, не только там в Москве, Санкт-Петербурге, но и дошло до регионов, может быть, вот мы сможем создать и профессиональный хоровой коллектив. Это было бы замечательно. И культуру региона немножко так поднимать надо. Да. Надо поднимать, потому что такая область огромная и, к сожалению, да, вот я не буду говорить о недостатках, просто не хочется на эти темы. Хорошо, Лариса Ивановна, спасибо вам большое. Я думаю, что всех зрителей мы убедили, что это необходимая сфера искусства. И если у вас есть желание и душа просит петь, то лучше петь в хоре, да? Да. В завершение три коротких вопроса. Чтобы полюбить музыку, надо прежде всего ее слушать, сказал Дмитрий Шостакович. Какую музыку вы посоветуете слушать детям? Ну, может быть, советы родителям скорее, не детям. Дело в том, что существует целая сеть школ искусств, музыкальных школ, где дети могут обучаться. И там в каждой школе есть свое хоровое отделение. Ну, а просто в семье? Просто в семье все равно это родители же прежде всего будут, да, давать детям слушать музыку. Ну, начинать надо с колыбельных, мне кажется. Вот. И есть, я уже называла, что есть вот песни Чайковского, да, есть замечательный цикл у Мусоргского детского. Ну, я не знаю, я не представляю, как это можно вот так прямо взять и включить пластинку. Я, например, когда своих детей воспитывала, были пластинки, которые в виде сказки. Угу. Рассказывали детям сказку, например, ту же «Лебединое озеро», «Щелкунчик». И все это сопровождалось вот музыкой Чайковского. Так у меня вот сын Саша, он просто эту пластинку сам там на проигрывателе уже потом вот всю доцарапал. А тем более сейчас все есть в интернете. А сейчас все есть. И эти сказки музыкальные обязательно, там «Петя и Волк» тот же, да, знакомство с инструментами симфонического оркестра посредством сказки. Детям поэтому включать, да, лучше классическую музыку. Поэтому, да, если просто так поставить какое-то классическое произведение, пусть даже ориентированное на детей, но перед этим ничего не рассказать, и очень дозированно, потому что много, объемы большие, тоже ребенок не способен воспринимать. Надо по чуть-чуть, полегоньку, в форме игры. Вот. И если у самих родителей есть интерес к той же классической музыке, конечно, они и детям это смогут. Ну, глядишь, и родители там подтянутся, да, когда дети будут слушать. А музыкальное произведение, без исполнения которого не обходится ни один ваш концерт? Ну, конечно, моим главным, наверное, произведением это «Ава Мария Качини». И я, можно сказать, пришла с этой арией в филармонию. И на протяжении вот последних 20 лет, сколько я работаю, ну, я не скажу, что прямо в каждом концерте, но довольно часто. И поэтому эта ария, вот когда меня спрашивают, что вы там делаете, чтобы голос звучал, я говорю, вы знаете, я на данном этапе уже не думаю о том, что там надо мне подтянуть, где там поджать, где зевнуть и так далее. Я испытываю состояние молитвы. То есть для меня процесс пения равнозначен вот как состояние молитвы. И, конечно, тогда открываются какие-то новые силы, новые краски в голосе. И вот сейчас в июне я ездила в Финляндию на фестиваль и пела в соборе программу духовной музыки «Ава Мария» в сопровождении органа и трубы. И такой собор, там 1500 мест, акустика, ну, для меня это было очень так ново, звучание, когда эхо гуляет на протяжении практически 5 секунд. И вот я сначала немножко волновалась, привыкала к этой акустике, а потом вспомнила про это состояние молитвы. И все пошло, вы понимаете, и опять чувство вот этого комфорта, полетности, когда ты уже не задумываешься, где, чего там, как вот технологически должно происходить. В общем-то, это такое приятное ощущение. Вот что дарит классическая музыка, да? Да. И потом, мне кажется, вот соприкосновение с классикой, оно настолько
людям необходимо, они только должны это хоть раз в жизни испытать, вот это чувство катарсиса, когда вот слезы выступают на глазах, и ты не можешь понять, от чего эти слезы. Это вот очищение души, и за этим надо, конечно, ходить в концертные залы и слушать музыку живьем. А вы... Записи тоже бывает, конечно, но живем еще лучше. По крайней мере, слушать. Да, по крайней мере, слушать. А как вы реагируете на фальшивое исполнение? Тяжело. Тяжело, и бывает, что это неожиданно происходит, что ты не готов психологически к тому, что будет фальшь. И у меня, к сожалению, бывает так, что сердце начинает биться как-то не в попад, и я начинаю задыхаться. То есть это может происходить... На физическом таком уровне? Да, просто да, не очень приятно. И поэтому иногда лучше сесть где-то на балконе, чтобы можно было выйти. Нет, когда я заранее знаю, что может быть такое... Я настраиваюсь и как-то безболезненно. А если неожиданно и в той музыке, где я вот уже внутренним слухом слышу, как она должна бы звучать, и вдруг вместо этого получаю какое-то не то звучание, тогда вот от неожиданности бывает, что мне плохо просто. Дай бог, чтобы таких моментов можно... Иногда спать хочется. Да, тоже да, реакция. От низкого звука, да, вдруг начинаешь зевать и как-то так. Это защитная реакция организма, мне кажется. Ну, желаю вам только вдохновения. Да. Спасибо, Лариса Ивановна. И вам спасибо. Гостем программы была Лариса Спиранова, заслуженная артистка России, художественный руководитель Поморской филармонии, председатель Архангельского регионального отделения хорового общества. Учеными доказано, занятие хоровым пением в детстве воспитывает творческих, неординарных, толерантных людей с хорошим вкусом. Есть о чем задуматься. Вот такие дела. До встречи.